Одиннадцатиклассники сдали последний обязательный экзамен. В Заречном задание по русскому языку выполняли все 230 будущих выпускников. Работа содержала 26 заданий. Готовились к этому ЕГЭ школьники в течение последних 2 лет. Большую подготовительную работу проводили педагоги в школах, но многие дети работали еще и индивидуально. Дополнительно занимались, переживали. Ну и в школе. Вот вчера на консультацию ходили. Мы просто вариант решили. Повторили. Как бы повторили все. Закрепили изученные материалы. Для проведения единого государственного экзамена в Зареченском пункте было подготовлено 16 аудиторий. В каждой по 15 человек. Вместе со школьниками в классах находились 2 организатора. Они встречали ребят на крыльце пункта, сопровождали до нужной аудитории и размещали за партами в классе. Я называю с паспортом, подходите. Так, Андреев Игорь Борисович. 4А. Работа единого государственного экзамена состояла из 2 частей. В первой школьникам нужно было дать краткий ответ, во второй – написать сочинение. Мы теперь пишем не такие сочинения по 6 часов, которые у нас были когда-то 1 июня, но, тем не менее, рассуждать всем выпускникам сегодня нужно будет. Будет предложен текст, и по нему нужно будет высказать свои суждения, увидеть проблему, которую автор поднимает в тексте. Ну, надеемся, что наши выпускники справятся. Подготовка была достаточно большой. И судя по тем сочинениям, которые они писали как итоговые в качестве допуска государственной итоговой аттестации, показали, что, в общем-то, наши выпускники справляются. Для успешной сдачи экзамена по русскому языку школьникам необходимо набрать 24 балла. Для поступления в ВУЗ требуется минимум 36. В этом году единый госэкзамен проводился в День русского языка. В России и мире он отмечается 6 июня. Такое совпадение, шутят педагоги и школьники, обязательно должно принести удачу на экзамене. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».